Всем привет, друзья! Вы на канале «Приключения Арчи». И сегодня мы будем лечить Арчи. Арчи будет наш пациент, а я буду его врачом. И будем ему сегодня нужно обработать рану Арчи. Вот здесь такая небольшая рана, потому что он чесался. И нужно помазать мазь. Сейчас, Арчи, вот так посмотрите, как спокойно будет сидеть. Нам понадобится вот такая вата. Арчи, вот так сидим. Давай сейчас голову поднимем. Подними голову вот так. Вот так. Подожди, не бойся, не бойся. Давай, 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 вот так голову подними. Не бойся, слушай. Давай, давай, сидеть. Арчи, сидеть давай. Сидеть давай, не бойся. Подними. Это водичка, не бойся. Подожди. Вот. Вот так. Сейчас вот так почистим, обработаем рану. Давай еще раз, Арчи. Тихо. Не двигайся. Вот так. Вот сейчас здесь вот так обработаем. Молодец. Хороший у нас пациент. Сейчас вот здесь тоже у нас небольшая рана. Вот так болячкой. Сейчас обрабатываем. Вот так почистили. Все почистили. Сейчас уже можно мазать мазь. Сейчас вот у нас мазь. Ну, как вы себя чувствуете, господин Арчи? Хорошо? Сейчас мазь тоже помажем. Открыть нужно сначала. Сейчас, друзья, откроем. Открыли. Все, друзья, будем мазать мазь. Давай сначала сюда. Стой. Вот так здесь помажем мазь. Подожди. Вот так нужно мазать каждый день, чтобы болячки прошли. Арчи вот так чесался, и из-за того, что он чесался, у него вот такие небольшие ранки появились. Давай вот так. И сейчас будем обрабатывать рану. Давай еще, Арчи. В день нужно вот так по 2 раза, по 10 дней, и наш Арчи будет здоровым опять. Вот так все. Мазь тоже намазали. Ну что, друзья, вот так Арчи спокойно сидит и слушается. Вот такой у нас хороший пациент, послушный. Так что, друзья, берегите своих собак и водите к врачу, если видите, что с ним что-то не то. Вот так. Берегите своих собак. Всем спасибо за просмотр. И пока, друзья, вы были на канале «Приключения Арчи». А это наш Арчи. Ему уже 1 год и 8 месяцев. Ну что, друзья, увидимся уже в следующем видео. Всем пока!